Всем привет-привет, мои красотки! Меня зовут Инна. Сегодня мы будем говорить о красоте. Мне пришел очередной гремит. Очередной заказик от компании Be Special. Это российская компания, а шикарная. Я с ней познакомилась просто как-то случайно, можно сказать. Но первый заказ я просто была в шоке, что да ладно, такая косметика вообще превосходная. Но оказалось, что косметика производится в Италии, и второй заказ меня вообще просто покорил. Я не могу не похвастаться, не поделиться с вами, не поделиться ссылочкой. Обязательно, если кому интересно, заходите на сайт, смотрите, потому что вроде как косметики у них и ассортимента не так много, он не такой многогранный, так сказать, там нет теней для глаз, прям в таких палетках, палитрах, пигментов там, но там такие есть вещи, понимаете, которых точно не найти в остальных каких-то брендах, то есть они такие с изюминкой, все очень-очень интересные. Сейчас вам покажу все, что я заказала. Давайте начнем по порядочку. То, что я заказала во второй раз, это вот такой укладочный гель. Он вообще три в одном, этот гель для бровей. Это настолько превосходная вещь, вы только посмотрите на эту кисточку. Мне сразу напоминает вот этот от Benefit кисточка, если у кого есть. Она точно такая же маленькая, точно такая же удобная, точно такая же комфортная. Этот гель для бровей с микрофибрами. Здесь есть маленькие волосиночки, микрофибры, которые заполняют вашу бровь. То есть они ее как бы и дорисовывают, и вот пробельчики эти заполняют, то есть делают ее более объемной, и плюс еще они фиксируют бровь, то есть это гель такой 3 в одном. У меня вообще с фиксацией бровей большая проблема, я только в этом году открыла для себя прозрачный гель для бровей, который действительно фиксирует, и вот этот вот действительно тоже фиксирует, то есть остальные подобные штуки, они дорисовывают, микрофибра это, но фиксации нет. А мне вот капец как не хватает фиксации бровей, потому что у меня брови такие жесткие, они торчащие. Классная штучка, очень мне нравится. У меня в оттеночке Natural Brow, он такого таупого, натурального такого цвета волос оттенка, такого, знаете, русого оттенка, блондиночкам, русым девочкам, славянской внешности девочкам подойдет. Классная штука, очень мне нравится. Следующая интересная вещь – это компактный лайнер. Он называется компактный, потому что он вот такой вот малюсенький, он такой интересный. Это такой, знаете, действительно такой компактный вариант. То есть это не мини-версия, это не пробник, это нормальный лайнер в компактной такой упаковочке. Меня очень удивил наконечник, хотя он с виду кажется достаточно, ну, таким обычным наконечником, но те девчонки, которые пользуются лайнерами, которые вот такие вот штуки с фетровым наконечником любят, они меня поймут, что смотрится он как фломастер. И наконечник этот достаточно толстый. Я думала, будет как-то, рисовать, как минимум, как-то непривычно будет. Но, вы знаете, я ошибалась. Это действительно такой настолько насыщенный лайнер, это вот, знаете, как перманентные маркеры такие были раньше, они сейчас. В общем, он очень удобный, он классно рисует и толстую линию, и тоненькую, и заполнять им тоже очень хорошо. То есть те девчонки, кто вообще, в принципе, рисует стрелки, умеет их рисовать, дружит со стрелками, вот этот лайнер оценит 100%. Еще я прям ставлю, вот знаете, 100 баллов за то, что я попала с этим лайнером просто под ливень. Я просто вот гуляла, и начался просто ливень. И я думала, я сейчас просто приду, вот такая вот вся растекшаяся. Я даже не стала что-то где-то поправлять, уже думаю, пусть течет. Зеркальца у меня с собой не было, посмотреться было не во что. Но я пришла домой, и я просто в такой, знаете, первозданной красоте была. Сейчас, кстати, у меня макияж выполнен бровей и этим гелевый и этим фиксатором для бровей, и стрелочка у меня нарисована вот этой подводкой. Она, знаете, вот действительно такая черная графичная стрелка, вот просто такой черный. Я даже немножечко тенями немножечко проходилась по стрелке, по этой, чтобы она не была настолько интенсивная. Мне понравилось очень. И вот больше даже я, наверное, отдаю звезды тому, что он оказался очень стойким, таким, знаете,
купаться можно, если там кто-то не выходит без макияжа там на пляж или в бассейн, то вот, пожалуйста. Следующая вещь – это кисть. Знаете, казалось бы, ну что, уже какую можно придумать кисть уже? Они придуманы, каких только их уже нет. Но вот эта кисть, я просто была в шоке. Я ее когда сразу увидела, вот посмотрите, идет скос, необычный скос. Вот идет он по толщине, то есть обычно скашивается либо с двух сторон, либо, ну, я не знаю, как сказать, вот свечкой такое скашивание идет, а здесь идет вот с одной стороны. Я ее как увидела, ее сразу, у меня первая мысль, что пришла в голову, кисть кошачий язык назвать. Вот почему, я не знаю. Я помню, раньше я покупала кисть для нанесения геля на ногти, и она так и называлась, кошачий язык. И вот чем-то она мне очень ее напомнила, хотя там немножко другая специфика, там она именно округлая, поэтому называлась кошачий язык. А здесь вот такой скос, кисть синтетическая, и она, ну, она настолько необычная. Вот этот скос именно вот прям просто просится, вот нанеси тени этой кистью на глаза. Настолько вот она вот просто предназначена для верхнего века, вот как-то так наносить, шикарная штука, но она бы не была настолько шикарной, если бы не вот эта вот база, которая просто вот создана друг для друга, вот эта база и вот эта кисть. Посмотрите, какая база. База вот такого матового нейтрального оттенка. У меня оттеночек Warm Beige, теплый беж. Там в двух оттенках эта база, в холодном оттенке, таком немножечко лиловом, и вот в таком вот теплом. И действительно, знаете, вот сравнивая все свои базы, которые у меня есть, прозрачные, вот такого оттенка тонального крема, там у меня Urban Decay, есть такая интересная база, которая раскрывает цвет теней понасыщеннее, поярче. Но вот эта вот база, вот посмотрите, я сейчас нанесу вам на руку, она делает просто холст. Я не знаю, как объяснить. У меня очень похожие есть тени матовые от L'Etoile. Я думала, они будут работать так же, но те тени, они как-то их наносишь, и все, они исчезают. То есть их не видно. А здесь прям делается, вот посмотрите, вот даже издалека, вот чистый холст, и на этот холст просто наносятся тени. Вот я сейчас как раз, у меня макияж оформлен вот этой базой. Девочки, это такая шикарная вещь, это просто работающая на все 100%, вот действительно штука. Мне кажется, ею даже можно будет какие-то замазать прыщички, какие-то, может быть, точки, и потом прибить хорошенько и уже наносить тональный крем. Вещь просто шикардосная. А вот с этой кистью, кисть, между прочим, ворс синтетический, она набирает ее очень, ну, не съедает много продукта, да, как натуральные кисти. И вот этой кистью я наношу базу, потом же этой кистью я на эту базу прибиваю какие-то тени. Кстати, вот эти тени у меня тоже жидкие тени от Be Special. Вот такие вот жидкие тени в оттеночке 02, Dusty Rose, на глазах. И, ну, я не знаю, мне кажется, это шикарные такие вещи. Мне нравится просто безумно вся эта косметика, потому что она вот действительно имеет какую-то свою изюминку, свою какую-то необычность в продуктах. Безумно мне очень все понравилось. Довольна я и первым заказом, и вторым заказом. Косметика себя оправдала. Косметика действительно, знаете, очень, я бы вот ее назвала какого-то такого сегмента ближе к люксу. То есть даже какие-то мои люксовые вещи уступают очень даже серьезно вот этой косметике. Поэтому, если вас заинтересовало, пожалуйста, заказывайте, листайте каталог, смотрите, приценивайтесь, и будет вам счастье. Ну все, вот в таком коротеньком видео я повествовала, презентовала то, что я заказала от этой фирмы, и у меня теперь в этой коробочке хранятся только продукция Be Special, и прям, понимаете, вот берешь и делаешь полноценный макияж. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!